Вань, твой разминочный анекдот. Если пока еще никого не вышибли за старый анекдот, давай. Тогда я тоже постарею. Пишет женщина объявление: мне нужен идеальный мужчина, чтоб не пил, не курил, значит, не бил, не гулял. Звонок в дверь. Я по вашему объявлению. Открывает. Рук нет, ног нет, голова, туловище, все. Бы кто? Я ваш идеальный мужчина, бить нечем, гулять не смогу. Подождите, но мне же нужен мужчина, чтобы удовлетворить. Так я же позвонил. Угу, хорошо. Хватит. Спасибо, спасибо. Хочу сказать, что нет старых и новых анекдотов. Есть те анекдоты, которых вы знаете, и нет. Ну, пока, девочки, не знаю. Будем считать, что это шляпный круг. Шляпный круг, я его так и буду называть. Анекдоты не смешные. Анекдот читаю. По памяти не помню. Люди неприятные. Заслуженно. И хватит. Приду еще. Короче, сегодня я как в театр сходил. И это было потрясающе. Это было очень интересно, очень артистично. Я здесь получил огромное удовольствие. Жалко, что без бухла. Ну и ладно, и так хорошо.